Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. Сегодня я хочу затронуть некоторую такую интересную тему о том, как же все-таки работать в любой компании сетевой. У нас сейчас интернет-бизнес, также это возможности. Кто их не видит, тот прошу мимо того пройти. Но рано или поздно некоторые люди, которые хотят чего-то иного в своей жизни, они будут себя пробовать или уже пробовали в сетевой компании. Единственный нюанс тот, чтобы выбрать интересующую многую аудиторию, компанию, а также, как бы и кто бы что ни говорил, была она интересна самому. Также она как и зажигала и все остальное. Я хочу сказать о том, что я сталкивалась с людьми, которые мне говорят о том, что как это так? Если что-то делать, то это часами, днями надо сидеть. Люди, ау, ку-ку, что вы делаете, сидя в офисе? Не работаете ли? Не весь ли день тратить? Вы считаете, что в интернет зайдя и начав работать в любой компании, у вас появится кнопка «Простое бабло» вместо Enter? Ну, я спешу вас разочаровать. В интернете также нужно работать, нужно пахать и нужно целенаправленно это делать, я должна заметить. Я хочу в следующем видео более подробно это все затронуть. А сейчас я хочу просто показать то, что я сейчас стою на природе, а не сижу в четырех стенах. Я решаю вопросы, как и решала их. Я мама в декрете, стараюсь все успевать. Да, некоторые нюансы всплывают, особенно на первых порах. Но, люди, если вы решили этим заняться, нужно понимать, для чего вы это делаете, почему вы это делаете и что вы хотите в итоге. А для этого всего, если у вас есть ответы на эти вопросы, вам нужно это брать и делать. А также, несмотря на что вы устали, не устали, ребят, будет время, когда вы поедете на Бали, когда вы поедете в Турцию, Египет, другие страны какие-то, которые вас интересуют. А пока время работать и работать на мечту. Всем пока-пока! С вами была Юлия Жукова.